Дорогие друзья, что такое агломерация? Саратов, Энгельс, Саратовский район, Татищевский район. Как будет развиваться, как будут жить почти 1 300 000 жителей Саратовской области? Какая стратегия? Вот на эти, на все вопросы должны в ближайшее время найти ответ. Объявлен конкурс на проведение концепции развития Саратовской агломерации, одной из крупнейших агломераций Российской Федерации. По поручению правительства выделены денежные средства Дому РФ, и такая работа начнется. Причем она будет проводиться совместно с муниципалитетами. На обсуждение будут выноситься положения и предложения. Также мы будем искать ответы на вопрос, каким будет территория старого аэропорта. В общем-то, мы эту тему стали обсуждать сразу после того, как новый аэропорт Гагарин заработал, что будет практически в центре города Саратова. Новый современный микрорайон, что он будет в себя включать, какое жилье, сколько скверов, какие спортивные сооружения, да и вообще, какая концепция. На эти вопросы также должны ответить специалисты. Конкурс будет проводиться как международный, с привлечением экспертов, архитекторов, проектных бюро. И речь идет не только о проектировании будущей застройки территории старого аэропорта, но и Глебычева оврага, Соколовой горы, Зеленого острова. Вот эта вся территория комплексного проектирования, а после обсуждения работ, выполненных проектировщиками, архитекторами, мы с вами остановимся на том решении, которое будет выгодно городу, которое поддержат жители, и надеюсь, что вот такой профессиональный подход, он позволит сделать город краше. Это пилотный проект, единственный в стране на сегодняшний день. Надеюсь, что с вашим участием, с активной поддержкой и сопровождением мы сможем сделать все для того, чтобы вот на этой большой территории появился большой микрорайон, зеленая зона, если говорить о Соколовой горе, если говорить о Глебычевом овраге, это наверняка в том числе плоскостные спортивные сооружения и, конечно, Зеленый остров, который, надеюсь, по итогам предложений станет не островом, а неотъемлемой частью города Саратова, и мы сможем с вами полноценно использовать те замечательные возможности, которые есть у города на Волге. Понятно, что сейчас ситуация непростая, и вот попали мы в это время, но самое главное, что у нас ничего не остановилось. Самое главное, что, в общем-то, заявленные раньше планы сейчас реализуются. Я надеюсь, что при вашей поддержке мы с вами все сделаем. Спасибо большое. Здоровья вам.